Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 февраля. С вами Максим Блант и свежая новость дня. Владимир Путин сегодня выступает с посланием к Федеральному собранию. Зрелище, надо признаться, не из приятных. Заставить себя от начала и до конца все это вынести непросто. И все-таки я это сделаю. Самые яркие моменты с комментариями из той части, которую Путин посвятил экономике, будут завтра. Обещаю. А пока всего лишь одна деталь. Накануне Росстат опубликовал свою первую оценку российского ВВП за 2022 год. Почему это было сделано именно 20 февраля, понятно. Ровно для того, чтобы 21 февраля Путин мог в послании привести хорошие цифры и в очередной раз порассуждать об устойчивости российской экономики в условиях экономической войны, развязанной коллективным Западом против России. Цифры с учетом всех обстоятельств действительно получились на славу. Сократилась российская экономика всего на 2,1%. И это на 0,4% лучше, чем предварительные оценки Банка России и Минэкономразвития. Проверить эти цифры, правда, не представляется возможным, поскольку изрядная часть статистических данных в прошлом году перестала публиковаться в открытом доступе. Так что приходится верить на слово. Есть, правда, несколько нюансов, которые снижают ценность этой прекрасной картинки. Вот, например, для подсчета ВВП тот же Росстат использует две методики. Одна – производственная, суммирует добавленную стоимость всех отраслей экономики. Другая – суммирует все использованные доходы. Так вот, вторая методика дает результат на 2,5% ВВП больше, чем первая. То есть с точностью у работников калькулятора дела обстоят не очень. Другой пример. Если верить Росстату, в 2022 году добыча газа упала в России на 1,9%. А если верить «Газпрому», то на 19% с лишним. И объясняется это просто. Росстат считает в рублях, а «Газпром» в миллионах кубометров. Так что формально российский ВВП считается с поправкой на инфляцию, а на практике вот оно как получается. Но главное, что обращает на себя внимание, это изменение структуры российской экономики. Доля конечных расходов домохозяйств сократилась, зато серьезно выросло валовое накопление основного капитала. Звучит, конечно, солидно, но этот показатель, валовое накопление основного капитала, включает в себя расходы на системы вооружения, которые, понятное дело, засекречены. Иными словами, все как и говорили, потреблять россияне стали меньше, а стрелять и бомбить больше. На этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи.